Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Вас ждут хлопоты и подготовка к какому-то большому празднеству или торжеству. Телец. Пришла пора наладить отношения с теми, с кем вы давно потеряли нить. Близнецы. Продолжайте учиться и углублять свои знания, они вам обязательно пригодятся. Рак. Дети порадуют какой-то отдачей от вложенных в них стараний. Лев. Кто-то окружит вас роскошью обаяния и вниманием. Цените это. Дева. Выяснение отношений в этот день можно не ждать. Он пройдет спокойно. Весы. Для кого-то из вашего окружения вы станете личностью, сделавшей его или ее день. Скорпион. Постарайтесь максимально расслабиться и встречаться с приятными сердцу людьми. Стрелец. Иногда вас будет посещать ложное ощущение того, что вы проиграли. Козерог. Возможно, разочарование и обиды, связанные с любовными отношениями. Водолей. День будет нести в себе какую-то объединяющую функцию. Рыбы. Ждите восхищения и подарков, вы это заслужили. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!